Победа будет за нами, нормально все будет. Ждите, главное, верьте. Находимся в спортивном комплексе «Дружба» в Ханты-Мансийске, где проходит отправка добровольцев. И вот сейчас мы поговорим с специалистом Центра поддержки семьи военнослужащих. Она выдает наборы для новобранцев от неравнодушных жителей города и администрации Ханты-Мансийского района. Татьяна, здравствуйте. Что получают наши новобранцы в дорогу? Покажите. Да, конечно же, покажем. Это, соответственно, приятности, сладости, чай, что может пригодиться нашим военнослужащим, печенье, чай, макаронные изделия быстрого приготовления и, конечно, консервные изделия. Да, от администрации района, города Ханты-Мансийска и жителей непосредственно, кто неравнодушен к нашим военнослужащим. А чем еще Центр поддержки семьи военнослужащих занимается? Мы непосредственно в дальнейшем ведем именно семью военнослужащего и, соответственно, оказываем помощь по любому вопросу и, конечно же, не бросаем в такой тяжелый ответственный час. Атмосфера в зале царит приподнятая, особенно среди тех, кто отправляется на обучение. Боевой дух у наших югорчан на высоте. Ну, кто если не мы? Тем более 3,5 года службы есть, можно и продолжить. Провожают супруга в зале сидит, родственники, тети, дяди. Вчера свадьба была, грубо говоря, расписались, да. Ну сейчас что, подготовка, естественно, вспомнить боевые навыки, вообще боевое слаживание провести, тактические занятия какие-то, топографические занятия. Нам остается только всячески их поддерживать, пожелать им удачи и ждать возвращения домой в Югру. Антон Войтович, Виктор Сивков, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.